На курорте в Египте ищут акулу, убившую туриста. 8 человек на нескольких лодках будут постоянно наблюдать за морем, чтобы выявить активность акул. Министерство экологии Египта распорядилось сформировать группу из специальных наблюдателей для обнаружения акулы у побережья курорта Марс и Алам после нападения хищника на туриста из Чехии. Об этом в эфире телеканала «Экстренус» заявил глава города Атефвигди. Как рассказал чиновник, в настоящий момент Министерство экологии страны распорядилось о выделении 8 человек на нескольких лодках для постоянного наблюдения за морем, чтобы выявить активность акул. Также на побережье и в море с этой же целью были установлены видеокамеры. Вигди отметил, что комиссия, созданная для расследования инцидента, пока не установила тип напавшей на туристы акулы. Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели у морского побережья неподалеку от Марса и Алам были обнаружены останки туриста из Чехии, растерзанного акулой. Акула откусила купающемуся юноше половые органы. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.